Егор, сливы будешь? Какие? Желтые, блин, какие. Бабушка нарвала, у соседки своровала. Там еще мешочек есть. Ну, а какие сливы, правда? Сливы, абрикосики. Ну, абрикосики тоже ничего. Кстати, не помягчали. Может быть, даже они послаще уже стали. Что там? Ну, кожа сухая, что-то снимаешь. Ну, рассказывай, давай. Что там, какие дела? Какая неделя беременности у тебя? Ну, я уже в расчетах немножко потерялась. 15-е. Ну, что там? Ну, чуть-чуть животик виден. Ну-ка, покажи. Ну, сейчас немножко подраздулся просто. Так по утрам чуть поменьше. Но есть. Утром прям есть. Виден. Ну-ка, покажи. Ну, вот что, я тебе сниму платье, что ли? Так, ладно, ну давай. Рассказывай, давай, что ты... Ну, вот ужасно хочется постоянно кушать. Теперь. Ага. Только вот какое-то состояние такое. Вот я сейчас есть хочу, но я не могу. А есть прям хочу-хочу. Ага. На работе сидела, ела. Молоко пила с булкой утром. Потом обедала. Ну, твои советы давай на такой неделе, что надо. Ну, стараться, конечно, еду разнообразную кушать, стараться. Какую, например, еду? Ну, где витамины содержатся, более натуральную еду, не покупать всякие полуфабрикаты, ну, это стандартно все знают. Ну, фрукты, говори, что, клетчатку едим сейчас, да? Ну, по утрам овсянку, или я покупаю эти, что-то у меня лежит, мюсли. Правда, уже меня от мюсли тошнит. Я чего много ем, у меня потом от него тошнит. У меня уже от молока начинает уже плохеть. Уже, потому что я у столько отпилась. Так, ладно. А сейчас что, смотри. Тут, кстати, печка грязная. Ну, когда мыть, Егор? Я вот только с работы приехала. Сейчас буду мыть. Сейчас, да, мы. Видишь, как... Ну, что-то я не буду мыть. Эксплуатирую тебя, да? Угу. Говори. Эксплуатирую? Так что значит немножко? Говори на камеру, что не эксплуатирую. Не эксплуатируешь. Да куда ты смотришь? Смотри сюда, в объектив. То тебе кажется, как бы зрение в ту сторону. Давайте сблизи снимем. Все твои мимику. Да твои. Егор, ну хватит. Черты лица. Да ладно, давай я сблизи хочу снять. Вот давай усы поснимем. Брови, которые на ней сходятся. Ну хватит. Так, ладно. А я вот, видишь, пока тебя не было, я тут вот похлопотал. Молодец, компотик закрыл, да? А, компотик закрыл. Вот тут стоит компотик. Ну, а я что? Я, видишь, что я могу сделать, если я на работе его? Вот тут вот. Значит, у нас абрикосовый компотик. Очень вкусный. Две баночки, значит, я подзакрыл. О, я еще тот ведь хозяин, хозяйственный. Хозяйственный я у тебя. О, давай теперь договори, подписываемся. Подписывайтесь на Егора Княжина. Ставьте лайки. Ставьте ему лайки. Девушки, пишите комментарии. Девушки, пишите. Комментарии. До новых встреч, пока. До новых.